Приветствую, друзья, на своем канале «Письма со всего мира». Внимательно посмотрите на этот конверт из США. Вы что-нибудь видите необычное? Я вот вижу целых две марки Forever на конверте. Конечно, их все еще недостаточно для того, чтобы полностью оплатить расходы, но вы представьте себе, что я настолько вот хотела автограф этого актера, что наклеила две марки, не пожалела. Да, мне хотелось автограф, и давайте посмотрим, кто же там. А теперь считаем. Раз, два, три. Целых три фотографии отправила на подпись. Начнем, пожалуй, с этого фото, и мне кажется, здесь он написал «Спасибо, Юлия, любовь» и поставил свою подпись. А перед вами нет, не Том Круз, а Эсай Моралес. Да, он снялся в фильме «Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть первая». Именно из-за этого фильма я решила ему написать, потому что мне он показался очень харизматичным таким злодеем, вот, который сумел противостоять Тому Крузу. И от него, так знаете, Том Круз хорошенько получил. Вот, и мне показалось, актер очень хороший, перспективный, понравился. Вот это, правда, наверное, из какого-то супергеройского кино, честно, вот, без понятия, просто мне тоже понравился кадр. Если вы узнаете, в каком это сериале или фильме, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях под видео. Вот. Ну, вот он тоже здесь сыграл такую роль. Я, честно говоря, не изучала биографию. Возможно, эта роль тоже классная, надо посмотреть. Или я его видела, но не признала, знаете, как бывает. В одном проекте встречаешь, не впечатлился, а во втором впечатлился. У меня очень часто так бывает. Ну, значит, вот так судьба сложилась. Но мне очень понравилось, что он написал «спасибо». Вот даже таким образом. Вы можете посмотреть и, опять же, в комментариях написать свои догадки, действительно ли он написал «спасибо», вот, или нет. Ну, молодец, видите, значит, знает такую страну, как Беларусь. Я люблю актеров, которые упоминают мою страну, потому что я всегда в письме пишу, откуда я и какая это прекрасная страна. Популяризирую свою любимую страну. Вот так вот выглядит его подпись. Небольшая, в принципе. Вот, почерк мелкий, но мне очень понравилось, что он, скорее всего, написал «спасибо». Вот. Ну, везде он написал тут «Юлия». С любовью. Ну, без любви. А тут «моя дорогая Юлия». Для моей дорогой Юлии. Я вот вообще дорогой стала. Ну да. Я думаю, что вы можете по интонации всегда распознать, нравится мне ответ или нет. И здесь на 100% я довольна. Три фотографии подписал, написал даже спасибо. И, ну, в целом, я очень довольна этим ответом. Писала, по-моему, на домашний адрес. Да. Вот. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, на группу. В группе тоже выходят новости. В группе я даже даю и домашние адреса, если вы напишите в ЛС-группы. Ну, смотря по настроению, конечно, как и как вы вежливо обратитесь. Так что не упускайте свой шанс. Спасибо за внимание. Всем пока!